Сегодня наша съемочная группа в рамках рубрики «Хочу сказать» вышла на улицы города, чтобы узнать у саровчан, посещают ли они театры и какие постановки им нравятся. Пойдемте. Ходите в театр? Да. А что, что вам нравится, какие постановки больше всего? Я редко хожу, очень редко. Была на одной детской сказке всего лишь, и все. А что за сказка, понравилась, не понравилась? «Летучий корабль». Да, понравилось. Я вообще приезжая, ездил из Нижнего сюда. Так вот в этот редко хожу. А так в Нижнем вообще ни разу не была. На какие постановки ходите? Что вам больше всего нравится? Да вот с детьми ходим. Какие еще у нас постановки? С детьми в «Кузнечик» нравится. Сюда ходим в большой театр со старшим. «Котенок Гав» последний наш спектакль был на новогодние каникулы. Все очень нравится, мы довольны. Последняя «Сумасшедшая квартирка». Угу. Что там, как вам нравится вообще? Мне очень нравится. А чем? А чем вообще нужно? Зачем в театр ходить еще? Как, зачем просвещаться? Узнавать что-то новое. Просто наслаждаться эмоционально, получать удовольствие. Я вот ходила на аргентинское танго. Это последнее. Ой, замечательное, да. Советую. Тем это вообще, да. Ну, говорят, а второй раз они приезжали. В прошлом году они были. Репертуар другой был. Ну, замечательно. Прям вообще. Наизнанку люди выворачиваются. Как это? Да он у меня рядом. Конечно, люблю. Конечно. Это самое, так сказать, такое хорошее культурное место. На какие постановки ходили? А я все просмотрела. Абсолютно все. А что понравилось больше всего? «Вишневый сад» понравилось. Так сказать, последнее прямо «Медведь» не очень понравился. Скучновато. Вот. Ну, на московские ходила, на Никитиных была. Короче говоря, я на всех. Вот что новенькое, я прослежу и тут же обязательно билет покупаю. Обязательно. Ой, я в театре был давно, не соврать бы, наверное, в прошлом сезоне. У меня чаще дочь с женой ходит. Ну, в основном на детский спектакль, конечно, поскольку ребенок маленький. Вот. Театр нет. Почему? Что такое? Мы уже пожилые. Наоборот, сейчас только самое начало. Мы вот по парку гуляем, а в театр не особо. Хожу, но редко. Но последнее нравится? Время болею. Ага. Ну, конечно. В новом еще ни разу не был. Только ходил раньше, когда здесь был, на старом месте. Нет. А почему? Некогда. Учеба, работа.